Здравствуйте, ассаламу алейкум. Время 16 часов. Ну вот, вчера убрал зеленку, а сегодня тут вот такие кучи. Сейчас будем делать планировку и что-то здесь еще щебень привезти. Сейчас мой руководитель полетов подтянется и будем делать. Вот так уже сделал. Вот. 20 минут прошло. Пока без полоска делается на 120. Наверное, на задание здесь есть зеленка. Еще. На эти деревья, наверное, срать, блядь, они. Задел я, не задел, это стройка, блядь. Наверное, у них там крыльцо попроет. Дураку понятно, что камень. Говорит, забери челюстью отсюда вот ПГС и перевези вот туда вот. Я челюстью загребаю, ко мне попадает челюсть, ковш, ну, естественно, не закрывается, все сыпется. Он говорит, а ты неправильно делаешь, надо ехать назад и все время закрывать челюсть. И тогда я говорю, ты понимаешь, что камни попадают в челюсть, между челюстями не закрывается ковш. Потому что челюсть это для щебня, для одинаковой фракции или для песка. А когда камни вот такие там лежат в ПГСе, ты не закроешь челюсть. Ее невозможно закрыть. Я говорю, на, садись сам, едь, пробуй. Показывай мне, как надо, может, я что-то не знаю. Не, ну я же не тракторист. Я говорю, ну а что тогда мне голову, блядь, взрывай? Ну я же трактора заказываю. Я говорю, на, показывай мне, как. Короче, вот так вот сделал. Час у меня ушел, но все на это. Сейчас вот приглаживаю остальные барханы. Помощника у него нету, я эту линейку держать должен был. Он смотрел в нивелир. Странные люди, конечно, берутся работу делать, и нету человека, который линейку даже держит. Это, конечно, просто. Приехал он один здесь, что он тут делает в одно лицо. Так и ложу потихоньку. Сейчас, говорит, подожди, я протрамбую, и потом, я так понял, щебень будем возить на тот. То как строит, то песок трамбует, ложит материал,
Это щебень. Я тоже щебень как-то постелил к себе под подушку, привез строительные. Они говорят, надо песок трамбовать. Эх, еще поймешь, как надо делать. Вообще непонятно ничего. Обычно с такими строителями серьезными работаю, они в нивелир смотрят и сразу мне говорят, куда вести, то есть, чтобы это все было быстрее и качественно. То есть он мне показывает, вот туда там пол ковша высыпи, туда там четверть ковша. Да, этот вообще непонятно, как ведет эти все строительные работы этот человек. Вообще не понимаю. В одно лицо, без помогалы. Еще, может, он спец какой-то, супер спец. Это выглядит все с этой стороны. Вот он сейчас трамбует. Хули толку, эта плита пробивает на сколько? На 40 сантиметров. Ну, тяжело сказать, честно говоря. Тяжело сказать, что она что-то здесь даст. Здесь где-то вот плюс 50, там метр, тут, наверное, полтора в этом месте. Черт знает, блин, чего тут хочет протрамбовать. Даже не имею представления. Она не пробьет вот такую толщину. Дожди, по идее, нужны, чтобы все это просело. Лично мое мнение такое. Трамбовка, конечно, вещь хорошая, но, бля, я черт знает. А, пускай делает. Говорить как надо, мое дело сделать. Правильно? Видите, можно обслуживать удобно. Что у него, согнуло что-то? Ничего у него случилось. Не, это просто мосты, видать, на сталинблоках сместили. Ломаю забор, тебе уже нахуй ничего не страшно. Идти надо было.
Звонил я водителю крана, правда, секунду на пинту. Сейчас должен приехать посмотреть и, наверное, поднимем эту сканер. Людям же надо помогать, блядь. Людям надо помогать, блядь. Чем ты здесь застрял? Ебать колотить, нихуя. Я в ахуе. Я в ахуе. Я в ахуе. Так вот это все выглядит издалека. Чувак, походу, в шоке. Говорю, сейчас кран приедет, перевернет. Мы завтра там что-то с утра приедем, там почистим что-то лопатами. Какую-то хуйню городит, блядь. Походу, он головой, наверное, ударился, блядь, или не отдает себе отчета. Бак внизу, блядь, соляра капает. Что ты там, что тебе даст это завтра? Сейчас из двигателя, блядь, в поршневую, нахуй, перетечет через кольца масло, блядь. Завтра что ты будешь делать? Гидроудар? Будешь кушать форсунки, снимать. Масло оттуда, блядь, будет. Я хуй знаю. Ладно, съездил вот на полчаса, поработал. Вот этому человеку я в том году помогал тут. Говорит, вызывает трактор. А сколько у вас стоит трактор? Я говорю, 1700 тогда это стоило год назад. Да? Он такой, блядь, там есть по 1500. Я говорю, ну так пускай работает. Так он приехал, он ничего делать не умеет. Я говорю, так зато он по 1500. Ладно, копаю. Покопал ему, все. Потом... Звони мне через два дня. Че там, ты приедешь? А, звони через два дня. Че, приедешь? Я говорю, ну приеду. Приезжаю. Я говорю, так у тебя же был здесь трактор. Он опять какой-то дешевый трактор нашел, короче. Он говорит, так он делать ничего не умеет. Он камни брать не умеет, нихуя не умеет. Я ему сказал, езжай отсюда. То есть он у него проработал два часа, он понял, что это нереально. И потом он уже позвонил мне. Зато он по 200 рублей и по полторашке нашел трактор. Такие вот дела. То есть два раза он уже, вот второй раз уже с такой хуйней столкнулся и два раза встрял, да, два раза трактора вызывал. То есть того и меня. Тот первый трактор у него 5 часов отработал, выкопал 10 метров канавы и все, и умер. Я потом приехал за 3 часа, докопал до конца то, что тот не смог сделать, и еще, блядь, 20 метров накопал. Вот вам производительность у трактористов какая.
хорошее другое задание. Пока трактор стоял здесь, люди ехали мимо, видели телефон, звонили. И вот Мунин говорит: мне там на часик работаю. Я говорю: и сколько будет стоить? Я говорю: 3 рубля. Так у вас же двушка час. Я говорю: ну, вызывай тогда за меня на 2 часа. Это 4 минимальные. И доставка трактора. Еще полчаса минимум. Я говорю: так я вам предлагаю 3000. А так будет 5. Ну, короче. Короче, как-то вот так вот. Немножко копать неудобно, телескоп на другой стороне. Немножко копать неудобно. Выкопать. Фантазеры! Ты меня называла! Там камешек. Не они. Как это он хотел там это все рукопашки сделать? Колышки они, блядь, забивают. Это вот это забивали. Стоит
Главное, что ты белоруса купишь трактор. Он тоже хуя стоит денег. Новые, глушные, нормальные. За 1 100 000 можно взять. Но они, как правило, все без перескока. Да, через грузоподъемы переднего ковша. Говно такое. В общем, бумаги, блядь, сделал. Ладно, был картофель. Без бумаги. И скальки сделал там. И как бы это. Что-то не есть хорошо с оплатой труда. Доллар был 28, полторашка час был. У нас. А сейчас, да, доллар 72, 2 рубля час. Ну, ёпка, это вообще на плохой. А трактор как стоил, блядь, 100 тысяч долларов, так и стоил. Короче, какая-то ваша. Какая-то ваша. Глубина какая? Дело в том, что я тебе поехал за час. И еще продолжение дела, что я вообще поехал. Спасибо мне, блядь, скажи, что я вообще поехал. Другие трактористы вообще хуй едут. Вот просто не едут, блядь. Просто не едут, блядь. Два минималка плюс подачи, я тут перечислил. Я еще так лояльный, как это получилось, да? Что лояльный? Понимаю людей, потому что сам строил. Знаю, что как-то нужно начать. Ты ждешь недели, блядь. А что, руками-то не получается? Нет. В Авито есть 2 трактора сейчас. 3 и 2 700 миллиона. О, и вовсе будет. Вот мне надо было строить свой участок. Я купил трактор. О! Поставь на него установку, пускай копает. А ты поставь ее. Ну, СДЛК заебачий. Я тоже рассматривал средненького бы взять такого СДЛК, но когда они... Их нету, а китайские по 800, такие средние, маленькие. Хуй знает, на него работу. Зимой тоже поедешь чистить, где-нибудь свалишься на бок и охуеешь, блядь. Только в паре работать. Камень, как я выковырю где? Я б не залазил бы, если бы камень не надо было бы. У меня же не обратная лопата, чтобы я тебе в обратку его копал. Что? Сейчас узнаем. Еще тут дорожку нам сделает, чтобы
хорошо было ездить, возить. И все, говорит. Говорит, СДЛГ у него и погрузчик. Я думаю, у него ничего нету. Там, где он работает, есть. У него даже зубов передних нету. На верхней челюсти. Ездит на вшивой Ниве. Ну, может, он патриот, конечно, я не знаю. Ну, короче, сомневаюсь я. Вот ему надо, вот этот камень брать, вот этот, вот эти. Вот это он все рукопашными засыпал в это болото, потому что никто сюда не хотит ехать. Очень какой-то еще, да, смотри. Что, начнем? 21.15, его нету. Приедет. Первый кузов. Я раньше таким не занимался. Торговал запчастями какие-то новые, бушные. Вместе с ПБМ выросли. И трешки, и пятерки. Помню, по 500, по 1000 баксов покупал. А это одноглазая. Ну, глазая, вернее, она... Старая, как бы, видать, 316-я, потому что двухглазая все. Да, БМВ шагнула, да, куда вперед? Он тоже знает про тайну под сердцем.